Продолжает шестираундовый бой в супертяжелом весе свыше 90,7 килограмм. Встречайте в синий угол ринга. Боец из города Санта-Ана-дель-Якума, Боливия, Сауль Фарах. Ну что ж, очень опытный Сауль Фарах первым проследует в ринг. 35 лет ему, но при всем при этом у мужчины целых 65 побед, 57 нокаутом, 23 поражения, 17 раз проигрывал Сауль досрочно. Три ничьих. Карьеру начал, ну, для кого-то уже в далеком 2004 году. Вот так вот. А вот он невозмутимо, спокойно движется в ринг. На весах показал он примерно 120 с лишним килограммов, если я не ошибаюсь. Очень-очень опытный, с кем только не делил четырехугольник. Но больше 90 боев у бойца, да. Большинство поединков провел, естественно, у себя на родине, в Боливии. Также выступал в Аргентине. Красный угол ринга. Приглашается его соперник, представляющий город Баку, Азербайджан. Замик Атакишиев. Ну а сейчас Замик Атакишиев. Небитый боксер. Бывший кикбоксер. Очень была неплохая карьера у Замига. Именно в К1, в том же он выступал. 4 победы, 2 поражения, 0. Простите, конечно же. 4 победы, 2 победы нокаутом, 0 поражений. 1 ничья. Рост 185 сантиметров, 31 год. Уже такой взрослый. Стал профессионалом в июле 2016 года. В синем углу боец из города Санта-Ана-дель-Якума, Боливия. Ему 35 лет. Рост 178 сантиметров. Вес 120 килограмм. Профессиональный рекорд. 91 бой. 65 побед, 57 нокаутов. 23 поражения, 3 ничьи. Сауль Фарах. Его соперник в красном углу. Боец из города Баку, Азербайджан. Ему 31 год. Рост 185 сантиметров. Вес 106 килограммов 700 граммов. Профессиональный рекорд. 5 боев. 4 победы, 2 нокаута, 1 ничья. Самик Атакишиев. Рефери Семен Стахиев. Джентльмен бокс, спасибо за мой Послужные списки бойцов только что были на ваших экранах, но вот по Саулю Фараху видно, что никогда не утруждал себя даже хотя бы минимальной сгонкой этот боксер, такой у него Джеймс Тони Стайл, именно по антропометрике. Посмотрим, каков он в деле. Замик Атакишиев свой предыдущий поединок провел против небитого Германа Скобенко, и тот бой закончился ничьей, раздельным решением судей, поэтому для Замига нужно побеждать, побеждать убедительно, красиво и ярко. Что касается Фараха, для него это очередной бой на выезде. И сразу же полез Сауля обниматься. Еще раз, ударить может сам, но на 23 поражения 17 досрочных. Да, но из 65 побед 57 досрочных. Ну, там, правда, победы были над такой оппозицией, так скажем, не очень. Ну, вот из российских бойцов, кстати, проиграл Владимиру Гончарову, тогда еще небитому техническим нокаутом в первом раунде. Сауль Фарах. Хорошее попадание. Ну, может не продлиться поединок и всю дистанцию, есть у меня подозрение. Особенно если Замик Атакишиев. Хорошо, сейчас попал Замик, да. Часто проигрывал, к сожалению, для себя Фарах в первом раунде. У нас второй на... Нет, а вот... Хотя удар-то там был вообще-то, был апперкот. Ну, даже Сауль показывал, что вроде ничего не было. Ну, подождите, еще есть время у Замига в первом раунде. Ну, специализация Фараха – это или побеждать дебютантов, бабах, и бабах Фарах.
Да. Ну вот считает Семен Стахеев, что не было здесь нокдауна. Или скользкое в ринге, или что-то с координацией у Сауля. Да, или как-то достаточно не очень хорошо стоит на ногах Сауль Может Фарах. Быть, все-таки мешает лишний вес даже где-то. Не в обиду будет сказано Фараху. А мы вот это нокдаун. Да, и очень второй. Плотный удар по туловищу, и вполне возможно, что может и не подняться. Мне кажется, не хочет Сауль. Да, по нему нет видно, что такого желания у него дальше боксировать. Не шмогла. Но есть еще минута у нас в первом раунде. Два нокдауна было отсчитано. Ну, сейчас за мигу нужно просто заканчивать бой, я думаю. Повело. И все, я думаю, хватит. Третий нокдаун по печени. Ну, Семен, я думаю, надо останавливать. Открыл, да, счет. Семен Стахеев. Все. Ну, ребята, ну, хватит. Ну, специально выплюнул капу Сауль Фарах, выигрывая, как бы, эти секунды. Правило трех нокдаунов не работает в России, работает только в Австралии. Конечно, он держит, он столько напропускал. Ну, либо у нас какие-то проблемы с таймером на экране, потому что оставалось там еще секунд 40. Бойцы расходятся на перерыв, в любом случае, посмотрим. Друзья, у нас отказ от положения поединка. Вот мотивировал отказ Сауль Фарах травмой, но мы все видели в первом раунде. В принципе, можно было еще после третьего нокдауна все останавливать. Смысла это одностороннее избиение дальнейшее не имело. А могло бы только повредить бедняге боливийцу, потому что здоровье у него одно. А зарабатывать еще надо. От продолжения боя победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Заик Атакиши. Поздравляем Замига с победой, которую от него, в общем-то, наверное, многие ожидали. И в любом случае уважение Саулю Фараху и выздоровление.